правильно, правда? Да, дедушка. Это общество. Да. А что-то у вас так мало, что у примороженных остался дома или в кустах? Маленький примороженный. Ну, здравствуйте. Еще раз поздравляю вас с наступающим Новым годом. Телеграмму не принял, я не знаю, что у вас будет, но все равно кое-что я принес, чтобы вас порадовать. Поэтому давайте, ребята, покажите, на что вы умеете, чем вы заняты, как вы развлекаетесь. Правильно? Правильно, дедушка. Дедушка, ты, видимо, далеко шел, да? Наверное, устал. Наверное, как перелетел на собаках, ехал на оленях, ходил. Шум через Бурыги, Настя, как прилетела попасть. Да. Наверное, прилететь хочет. Я даже и прилег. Давай, зависит, только чуть-чуть подальше от батареи, которая вдруг растает. Нам жалко. Дедушка, а у нас, смотрите, как много сегодня ребятишек, которые... Я видел, действительно старый, мне кажется, что здесь мало народу. Да. Я далеко не вижу. Да. Ну давайте сюда вот. Приморозило, видимо. Ну что, кто приготовил стихотворение для Деда Мороза? Давайте, кто расскажет.